Это мой стул, мое плечо. Это вообще мое плечо, ты знаешь? Это мое место. Стой на месте, стой на месте, сейчас мне надо сделать. Отпустите меня, поймали. Ой. Мистер Лис и мистер Ух снова снимают видео. И пельмешек. Ну и пельмешек. Вы что там, издеваетесь над друг другом? Пошлите смотреть квест про то, как Ух снимает видео. Коротко об этом. И что же это? Я не хочу летать. Это подписчик. Подписчик? Смотрите к деталям, что у него сейчас в руках. Пистолет? Это, кстати, я делал постройку. Это я делал. Типа как мы... подписчик показывает свою постройку. Да? Да. Ну давай посмотрим, как я... Всем привет. Вот это я, конечно. Всем привет. Ой, иду куда-то. К подписчику. Подписчик... Видели анимацию подписчика, как он стрельнул? Ух, ты видел? Все, слезай меня, Сондер, ты меня сейчас убьешь так. Ух, ты видел анимацию? Вы видели анимацию, как он стрельнул? Нет, Сондер, нас хотят уничтожить. Ой, мне кажется, нам делать логи. Смотрю. Пам-пам-пам-пам. Что? Подписчик, за что? Бежим. Это хейтер. Меня подписчик? Я не хочу таких подписчиков. А это что? Пой-пой, тайм 2, дайте мне руку. Я, кстати, играл в эту игру. Только сегодня. Я прошел, я знаю, чудо как там. Я выживу. Поппи плейтайм. Конечно, заметил. Кстати, ты видишь, как ты ходишь теперь? Круто, вы меня инвалидом сделаете сейчас. Когда? А, руку ставить? Я его покусаю, я его съем. Убивай. А! Я половину его съел. Вот ты! Бегите! Куда бежать? О, что за дырка? Там стекло. А что тут как-то? Бежим сюда! Вот же, блин, тут табличка, не видишь, что ли? Лис вроде бы. Ой, блин, а как туда? Ай! А как мне грабпаком? А, я понял! Ща, погоди. А! Какой слой гений меня за карту выбросил, алло? А меня кто? Бобёр не способен на то, чтобы прогрызть железо, точно не ты. Вот я, мистер Ух Геймс, говорит всем привет. О, привет, я. Хотел вообще написать на полное предложение, как ты говоришь, в начале видео. Всем привет, сегодня мы будем смотреть постройки вот этого челика, который хочет меня съесть. Оу, портал. А теперь отсылка на Бобби Бой Тайм. Мне нужно взять граппак. Почему именно я? Я что, вам каду? А ты человек. Лисам не доверяют такие штуковины. Тут написано Поппи Пой Тайм. У меня лапки вообще-то. Нет, ты куда? Я нашел баги карты. Помогите. Я понял, кто меня в прошлый раз за карту выбросил. Я тоже понял, кто меня за карту выбросил. Давайте прыгаем вниз. Как это бывает в самой игре. А что со мной? Мы падаем сюда. И тут должна быть мама длинные ноги. Но тут тот подписчик, который хотел нас убить. Бежим, бежим, помогите. Это, блин, я не хочу, чтобы рядом ходить, ты меня за карту выбираешь. Что он говорит? Вот, да. У нас осталась последняя игра, это прятки. Бежим. А нет, это, кажется, убегайте от мамы длинные ноги. Это убегайте от подписчика, а не от мамы длинные ноги. Ах, да погодите, блин. Ненавижу, ах, я к нему попал. О, привет. Да я застрял, блин, сейчас вниз упаду. Удали мне граппак, это единственный шанс. Как мы погнали наверх, блин? Из чего? У меня граппака нету. Ладно, будем паркурить. Как это делает профи? Хоп, хоп, хоп. Где мы? Конфета, оу. Полчаса писал? О, я пролез, шикарно. Вот, блин, лисы. Я в вентиляции, где я? Тут темно, светло, и где? Play time! Play core! Тут опять граппак. Круто! Ахаха, меня испортили. Помогите! Меня мутантом делают! Хоть я уран не ел. Я вообще-то уран, в отличие от некоторых, не ел. Кто стульчик убрал? Я
я не умею, если они не... Ха-ха-ха-ха. Куда бежим? У меня игропак. Нет, нет, отхочу с игропаком. Вот так вот. Ладно, я тебя не буду убивать, не боись. Опа! Что? Вы видели, как этот игропак стреляет? Моя рука! Ты где? А, дорогу подвинуть? Надо коробку подвинуть. Мы ж поэтаем, вы чё? Тут коробки можно двигать. Очень. Давай, Сондер, ты сможешь? Ты слишком много кушал, мне много вискоса тебе давали слишком. Ух. А тебе не кажется, что как-то это, много котов человекоподобных за сегодня? Да, сегодня очень много котов, реально. Мы с Сондером знаем, о чем это. А вот ты, блин, лис, а лисов мало. Надо лог. Магида, ну бы, нас бы уже бы съели. Стоп, где мы? Где я и кто вы? Это та игра, как в этом, там, где тебя этот кушает. Где я и кто вы? А, я упал, где я? А, вы меня угробить хотели, да? У меня джетпак был вообще-то. Сейчас можешь прыгнуть. Сондера угробили, а я с джетпаком был. И что нам делать? Умирать там, что ли? Нет. Еще раз прыгни просто. И что, я умер? Коротко о том, как играют в Poppy Playtime 2 в билд-боты. Давай. Еще когда? О, вот сам игропак. Уже было видео про игропак, то есть там просто поршни были. Но это уже совсем другой, типа более интересный. Да, я понял. Этот игропак более интересный, потому что у него реально руки стреляют куда-то. Как в самом Poppy Playtime. Прикиньте, сегодня играл Poppy Playtime, и сегодня мне показывает подписчик Poppy Playtime. Круто. Пам. Ой. Крутая красная рука. Теперь я понимаю, почему мама длинные ноги ее у нас забрала. В игре. Пам. Да, мои руки веселятся, а я помираю с голоду. Да блин, это что за руки? О, что? О, да. Слышно? О, все, я поймал Сондера. Вы знаете, если игропаком попасть в человека, то у него отдирается голова. Так, серьезно? Тогда я это, телепортируюсь. А ну-ка, давай, куда? А ну-ка, поплоди мне по голове. Получи, а блин. Кто ты? Ему стрельни по голове. Человек, стой на месте, я тебя должен убить. Он читер. Погоди, стой на месте. Я тебя игропаком сейчас поймаю. Стой на месте, хакер. Да, игропак, конечно, крутой, но только немного баганный. Здесь баги очень много. Постоянно багается, но он хотя бы работает. Ага, вот, я сейчас попал туда и могу туда примагнититься. Что? Я не ломал ничего, это ты все сломал. Сондер, ты понимаешь, что тут происходит? Нас пытаются убить, надо валить отсюда. А за нас, за нами охотятся. А, меня шаурму валят из меня. Из меня жареную картошку делают, помогите. Ух, я на тебе спрашиваю. Из тебя шашлык жарят. Ну я и говорю, я же невкусный.